старший командир направляется в город Ивангород, с ним идет 48.05, до Пустомержа 48.00. Помимо пьяных водителей, вне населенного пункта в темное время суток обращать особое внимание на пешеходов, у которых отсутствуют светоотражатели. Мимо не проезжаем. Операция пешеходный переход продолжается, поэтому выявили, привлекли. Все. По машинам. Грустанский Дорожного Нажора была. После будете добры документировать на автожимке. Как к алкоголю? Плохо. Плохо? Да, все мероприятия не трезвые. Да нет, трезвый. Раз нетрезвый водитель проводит. Мы уже знаем, надо хлебание останавливали. Останавливали? Да. Добрый вечер. Грустанский инспектор Дорожного Нажора Львович. Профилактические мероприятия нетрезвый водитель проводится. Нет, можно смотреть. Как исполнено? Скажите, у сотрудников полиции вызвало подозрение, да, что вы выпившие? Да. Ну а вы вообще выпившие, понимали? Нет? Мероприятия к выявлению нетрезвых водителей. Здравствуйте, инспектор дорожной патрульной службы Пожалуйста. Мы проводится операция нетрезвый водитель. Можно ваше удостоверение на машину, пожалуйста. Минимально. Вечер добрый, старший дорожного службы по безопасности дорожного движения капитан полиции Лучший Андрей Александрович. Документики, будьте добры, пожалуйста. Вторая часть, отойдите за автомобиль. Здравствуйте, моя фамилия Беценко. А мы только что же останавливались, не помните? Николаева перекрываете все направления. Патрульную службу сейчас проводится операция «Нетрезвый водитель». Да, проверяли уже ваши сейчас в Котейском топе. Водительское удостоверение, документы на машину. Ты-то дорога на патрульную пришел. Водительское удостоверение, документы на машину. Да, сейчас. Какое направление пошла? Да не похоже, а ты мне видно. Все, вставай. У вас имеются признаки опьянения явные, так как запах алкоголя. Причина отстранения здесь указана. Управляли транспортным средством с признаками опьянения. Состояние алкогольного опьянения на месте. Через прибор. Прибор алкотектор Pro 100. Свидетельство о проверке прибора. Свидетельство этого аппарата, да, получается? Свидетельство о поверке данного прибора. Алкотектор Pro 100 комби. Трубочка новая, стерильная, запечатанная. Можете сами посмотреть. Если вы не согласны с данным результатом, можем съездить туда. Я вам скажу, что он еще не посадил. Машину в кадр все-таки. Нормально. Трубочку, а не через трубочку. Нормально дым. Доброй ночи, Дорожный Нажор, полиция. Документы, будьте добры, проводите проверку на предприятии, по времени